задание, что так, так, так. Заканчиваем и как-то делаем. Учебники какие-то есть? Да, да. Вы просто читаете дома, да, получается? Ну, читаем, пишем, выполняем задания. Да, рисуем, играем. Кушаем. Порядком читаем. Порядком мы читаем. Что вы хотите больше всего? Хочу генератор, если это не закончится. Ну, как им за помощь? Мы вот сами дети заболели, но благо у меня трое детей есть. У меня врачи говорят, я лучше их, как бы это, укол делали от температуры. А у меня самый хороший иммунитет, у меня была температура. Ага. На пятый этаж мы даже в квартиру стараемся не подниматься. У меня иммунитет, как у папы. Сам дом не пострадал у вас? Пострадал. Мы с мужем тушили квартиру. И нашу, и детскую. Когда это было? Месяц назад. Да, Коль, месяц назад мы тушили. Вы ходите по улицам, да, вот так? Почему вы ходите вот так вот дворами? Вот так вот дворами ходите. Так, ну безопаснее тут. Если я обстрел. Подъезды забежали, спрятались. Есть здесь спрятаться. А почему не выезжаете? Сейчас везде неспокойно, по всей Украине. У нас вот сестра тоже на Западной Украине живет, но она там в селе, в областной к ним город, тоже летит, там тоже взрывы. Она говорит, ну, не так, как у вас, ну, тоже неспокойно. Ребята, не страшно вам, когда стреляют? Нет, конечно, мы привыкли. Нет, конечно, мы привыкли. Или ты гентер где чи є? Є, знов ще. То давай, ще він цей дам, пасик. Іло є. Є ще він цей дам, так? А, чотири внуки. Да, три дівчатки і мальчик. Давай своїх. От такі є. О, діди морози. Ще одну. Почекай, дами, дами. Да, волонтери помогают. Ну, нам как сказали. Найдите жилье, мы вам его оплатим на 3 месяца, на полгода, на год можем вам оплатить. Есть там эти волонтерские счета, там, ну что-то такое. Мы вам оплатим, будете жить. Костя, вы же людям раздали. Ох, и подушечка красивая.